Сейчас я вернулся из поездки по Соединенным Штатам Америки. Это, пожалуй, была самая продолжительная поездка. Я пробыл там 3 месяца и сыграл более 30 концертов. Играл я в крупных городах: в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Бостоне, Филадельфии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других. Я сейчас после поездки, естественно, утомительной, я устал, но у меня еще свежи в памяти тот прием теплый, который был мне оказан американской публикой. Студенты, интеллигенция, музыкальная общественность. Сейчас я вернулся в Москву в связи с международным конкурсом Чайковского. Я готовлюсь также к сольному концерту, который должен сыграть в Большом зале перед москвичами. Конкурс Чайковского – это большой музыкальный праздник, который проводится у нас каждые 4 года. И я счастлив, что я могу быть и слушать многих молодых музыкантов, которые приедут из многих стран мира.